Друзья, всем большой привет! Обзор из магазина Светофор. Завезли кучу новинок, новинки все интересные, нужные для дома. Новые интересные товары, и кому нравятся такие видео, оставайтесь со мной и досмотрите это видео до конца. А также, кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем приятного просмотра! Лампа светодиодная экономка на 7 Вт 3450. Маленький стандартный цоколь Миньон Е14. Световой поток 595 люмен, а срок службы 30 тысяч часов. Экономная лампочка с гарантией 2 года. Начали завозить товары для сада и огорода, посмотрите, сколько грунта сюда завезли. Готовый универсальный грунт для всех видов овощных, зеленых, цветочных культур и рассады. Качественный натуральный грунт многоцелевого назначения на основе торфа полностью готов к применению. А грунт на 60 литров 153,90. Меня многие спрашивали про мебель в Ижевске, сюда к нам завезли прихожую, посмотрите. А нахожусь я в магазине Маяковского 11. Прихожая продается в собранном виде, есть открытая коробка, также увидела инструкцию со всеми размерами. Прихожая дуб Санома. Две одинаковые прихожие, но с разными цветами. Вторая прихожая дуб молочный. Изготавливает Россия 1779,90. Таз круглый на 5 литров 33,90. Таз мне понравился, сделан из плотного пластика, состав полипропилен, пищевого знака нету. Изготавливает Юнипласт, Россия, Самарская область. А эти тазы уже глубокие, на 10 литров. Качество отличное, удобные гладкие края, производитель и состав тот же, цена 44,90. От Юнипласт корзины для мусора в черном цвете 33,90. В магазине в одном цвете изготавливает Россия, Самарская область. Табурет складной стандарт, цвет сидений бежевый, цвет каркаса серый. Высота табурета 45 см, сиденье 30 на 30 см. Нагрузка 100 кг. У табурета каркас сделан из металла с прорезиненными ножками, сиденье МДФ и эко-кожа. Продается в собранном виде, хорошо упакованный, цена 238,90. Сушилка для белья на батарею, длина сушильного полотна 3 метра, а размеры 60 на 23 сантиметра, максимальная нагрузка 5 кг. Сушилка в белом цвете, изготавливает Россия, город Бердск. Зимний концентрат 1 литр, не содержит метанол, выдерживает до минус 70 градусов, разбавлять на 4 литра. Универсальный препарат для очистки кафеля, пластика и текстиля Бибикар. 550 мл, изготавливает Челябинск. Эффективно очищает тканевые поверхности салона, удаляет даже сложные загрязнения, отлично справляется с жировыми пятнами. Освежает и обновляет салон, восстанавливает цвет, фактуру покрытий. Полироль пластика, средство для ухода за пластиковыми поверхностями автомобиля. Эффективно очищает пластиковые детали, превосходно полирует поверхности, придавая им глянцевый цвет. Удобный распылитель 550 мл. Защищает пластик от старения и выцветания на солнце, надолго сохраняет безупречное состояние прибора панели, накладок и других деталей. Бульонница с ушками 510 мл, 45,90. Тарелка глубокая диаметром 19 см, 49,50. А завезли новые белоснежные одеяла, посмотрите. Одеяло из лебяжьего пуха, двухспальное, 649,50. Одеяло пышное, легкое, верх ткани пресс-сатин. Одеяло эконом-бамбук, полутораспальное, 349,50. В магазине в светлых тонах, голубой, бежевый и белый. И есть еще подушка из лебяжьего пуха, подушка очень мягкая, размеры 70 на 70.
Чехол у подушки прошит ромбиком, а верх ткани поликотом. Подушка мягкая, сразу восстанавливает свою форму. 268,90. Новая расцветка ковра серого и бежевого цвета. Качество изготовления отличное, классные ковры. Размеры у ковра: длина 120 см, а ширина 80. Недорогая цена 799. Состав 100% джут, 80% полиэстер и 20% хлопок. Остались два цвета, серый и бежевый. Изготавливает Россия, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна. Ковер мягкий, теплый, длина ворса 1 см. Все края аккуратные, ровно прошиты. А новые полотенца вафельные, кухонные, с небольшим размером, состав 100% хлопок. Размер полотенца, а производит Турция. А выбор полотенец большой, с разными расцветками. Эта расцветка мне понравилась больше всего, но сразу же скажу, что полотенце тоненькое. Края не очень обработаны, 22,50. Полотенце для рук кухонное махровое, 30 на 50 сантиметров. А с одной стороны в виде квадратика, а с другой стороны ровная поверхность. Цена 32,90. Два цвета, состав 100% хлопок. Полотенце приятное к рукам, производит Узбекистан. Зимнее жаккардовое полотенце, размеры 50 на 80. Красивое полотенце, с двух сторон разные рисунки. Это полотенце тоже мягкое, состав 100% хлопок, производит Узбекистан. Цена 137,90. Есть еще однотонные полотенца с разными расцветками, размеры 50 на 80, цена 137,90. Подарочный набор махровых жаккардовых полотенец с разными расцветками продаются в упаковке, цена 314 рублей 50 копеек. А размеры полотенец 50 на 80 и 70 на 120. Расцветки разные, цвета яркие и бледные. Состав 100% хлопок, можно стирать при 40 градусах, изготавливает Узбекистан. Полотенце плотно набитое, ворс средний, небольшой. Полотенце мягкое, приятное к рукам и станет отличным подарком на любой праздник. Комплект двухспального постельного белья по цене 567,90. Большой выбор, разные цвета. Состав 100% полиэстер, изготавливает Россия, город Иваново. В комплекте простыня, пододеяльник и наволочка 2 штуки. Кофе Прата, растворимый гранулированный, 180 грамм, зип-пакет, 75,50. Чай черный, байховый, крупнолистовой, Илкин чай, 200 грамм, 43,90. Без красителей и консервантов, первый сорт, город Красногорск. Зефир в сахарной пудре, 1 килограмм, 109,90. Срок годности 3 месяца с даты упаковки, производит Россия, Ивановская область. Соус томатный семейный, Бабушкин хуторок, 470 грамм, 30 рублей 50 копеек. Соус жидковат, по составу на первом месте яблочное пюре, томатная паста, изготавливает Беларусь. Ассорти в стеклянной банке, огурцы и томаты, скатерть самобранка, 1 литр 800 грамм, 141,90. Изготавливает Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик. В комментариях на Новый год мне писали, что это самые вкусные огурцы.
100% натуральный томатный кетчуп мистер Рикко 940 грамм 67,90. Отдовгань томаты черри маринованные, сделанные по ГОСТу 680 грамм 47,90. От мистер Рикко соус болоньезе томатный 490 грамм в полиэтиленовой бутылке 55,90. Соус я еще покупала осенью, как только он у нас появился, мне понравился. Мука пшеничная высший сорт 10 кг 249,90, изготавливается Рапл. Маслины без косточек в ЖП банке 280 грамм 44,50. Печень ментая натуральная, сделанная по ГОСТу 240 грамм, изготавливает Владимирская область, город Лакинск, 103,90. Состав печень ментая, соль, специи. Сайр с добавлением масла 240 грамм 43,90. Написано сайра, а состав продукта сельдь атлантическая неразделанная, масло подсолнечное, специи. Каша овсяная быстрого приготовления «Моя овсянушка» 5 пакетиков по 40 грамм, 37 рублей 50 копеек. 5 пакетиков с разными вкусами – клубника, абрикос, малина, яблоко и черника. Макаронные изделия группа В «Вермишель» 900 грамм, 29,90. Состав мука пшеничная, высший сорт, вода питьевая, изготавливает город Чебоксар. Макаронные изделия рожки 800 грамм 26,50. Группа В. Мука пшеничная высшего и первого сорта. Макаронные изделия группа А 4 килограмма 150 рублей 90 копеек. Каша домашняя в ассортименте кукурузная и пшеничная 200 грамм 21,90. Каша не требующая варки. Лапша яичная домашняя 700 грамм 46,50. Высший сорт, сделанный по ГОСТу, категория группа А. Изготавливает Россия, город Омск. Пшено 800 грамм 39,50. Горох 800 грамм 20 рублей 50 копеек. А горох 3 килограмма 71,90. Крупа перловая 3 килограмма 68,50. Сахарный песок в мешке 10 килограмм 249. Дрожжи лимончики 1 килограмм 78,90. Срок годности 6 месяцев, изготавливает Россия, город Санкт-Петербург. Конфеты крем-брюле «Аленка» 1 килограмм 217,90. Срок годности 9 месяцев с даты изготовления, изготавливает «Красный Октябрь», город Москва. Яйцо куриное второй категории 30 штук 157,90. От Атяшева колбаса докторская категория А 1,3 килограмма, цена 210 рублей 90 копеек. Полукопченая колбаса краинская 500 грамм 84,90. По составу на первом месте свинина, филе куриной грудки, шпик. От Атяшева холодец домашний полкило категория В 54,90. Thank you.